Учебный год подходит к концу, и выпускники школ и профессиональных колледжей начинают активно готовиться к выпускным экзаменам. Многие учащиеся уже определились с выбором профессии, а кому-то необходима помощь и советы. С этой целью в учебных заведениях города проводятся профориентационные работы со старшеклассниками. Одна из таких встреч прошла 5 апреля в Алмалыкском горном профессиональном колледже с представителями губкинского филиала НИТУМИСИС. Ребята были ознакомлены с условиями поступления в учебные заведения, формах обучения и условиях проживания в общежитиях. Как известно, в нашем городе функционируют два филиала престижных высших учебных заведений. Одним из них является алмалыкский филиал НИТУМИСИС. Периодически сюда приглашают преподавателей из головного вуза. И в этом месяце поделиться своим опытом и знаниями наш филиал посетил доцент кафедры горного оборудования, транспорта и машиностроения Александр Кривенко. Я приехал, чтобы обучать студентов направление горной машины и оборудования, специальности горной машины и оборудования двум дисциплинам – гидравлика и компьютерные технологии в области машиностроения. Приступили к занятиям мы в понедельник и планируем здесь реализовать весь учебный курс за ближайшие 3 недели. Студенты ваши молодцы, учатся хорошо, прилежно, мне нравится с ними заниматься. А старший преподаватель кафедры физических процессов горного производства и геоконтроля горного института НИТУМИСИС Николай Высотин приезжает в наш город уже во второй раз. Нахожусь, значит, в филиале. По приглашению директора филиала НИТУМИСИС Алмалыкского Фархода Яркуловича Умарова и заместителя директора Сулеймана Рашидовича Худоярова. Приезжаю во второй раз, это вторая моя поездка в этот филиал с целью преподавания дисциплины горная теплофизика. Эта дисциплина преподается инженерам по специальности открытой горной работы и подземной горной работы. Поток студентов, читаем мы им лекции, проводим семинары и лабораторные работы. Безусловно, привлечение высококвалифицированных преподавателей из России, имеющих многолетний опыт педагогической деятельности в ведущих вузах, положительно влияет на образовательный процесс. На данном этапе обучения к нам прибыли преподаватели с головного вуза, преподавают нам предметы такие как гидравлика и горная теплофизика. Естественно, занятия проходят на высшем уровне, так как после лекционных занятий мы на семинарах защищаем свои работы, выполняем лабораторные работы и решаем задачи. Обучение будет длиться до конца этого месяца, и, естественно, мы, студенты, постараемся получить максимально от наших гостей.